В начале учебного года гостеприимно открыл свои двери филиал Одинцовского центра эстетического воспитания. Знакомство с педагогами и различными творческими направлениями поможет детям и их родителям выбрать занятия по душе. А возможно, это станет и дальнейшим увлечением на всю жизнь. У нас, например, в спортивно-туристском объединении «Полярная звезда», которым руководит Корнеев Александр Алексеевич, три педагога, которые сейчас с ним работают, это бывшие его воспитанницы. Веронике 11 лет, и она уже выбрала свой жизненный путь. Девочка активно занимается веревочным спортом, выступает на соревнованиях и хочет стать тренером. В дальнейшем я думаю, наверное, буду продолжать так и лазить по веревкам. Стану, наверное, тренером, потому что мне это нравится. Но здесь и не только мальчишки и девчонки активно проводят время, но и их родители. Взрослые своими руками могут создать сказку. В творческом объединении «Тельмок» они мастерят игрушки, а затем играют в настоящем кукольном театре. «Приходите в гости к нам» называется работа, да. Мы очень гостеприимные. Но вот такие вроде бы простые незаурядные игрушки может делать даже взрослый человек. Мы здесь изучаем народные промыслы, русскую народную куклу, делаем поделки разные из природных материалов, из глины. То есть не только работаем руками, но и смотрим презентации, фильмы на такую тему. В общем, детям очень интересно. Айкидо, лепка, музыка, рисование, фотоискусство – это всего лишь небольшая часть того, чем можно увлечь детей в Одинцовском центре эстетического воспитания. Педагоги рады принять всех желающих в свою большую и дружную семью. Добро пожаловать в сказку! Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».